Всем привет, друзья! Часто мне задают вопрос, где я беру свинец. Вот, допустим, один из вариантов. Сходил на вторчермет и по 180 рублей за килограмм купил вот такие вот пластинки. Это, скорее всего, оболочек от силового кабеля. Сразу же взял 5 килограмм, мне тут хватит на все лето. Сразу же немного вот так вот выпрямил и почистил пластину. Из нее буду делать кормушки. Как изготовить вот такие вот пружинки, я уже неоднократно показывал в своих видео. Кто не видел, вот здесь вот сейчас появится ссылочка на то видео. То есть пружинки у меня уже готовы. Единственное, от центра мне надо вот эти вот загнутые края перегнуть ближе к краю. Это делается очень просто при помощи обычных круглогубцев. Так поступил со всеми четырьмя пружинками. Теперь остается отмерить и отрезать от свинца пластины нужной длины и зафиксировать их на пружинках. Так как пластина тонкая, она очень хорошо режется даже обычными ножницами. Лишние обрезки также выкидывать не надо, их можно потом переплавить на другие нужды. Пластинку отрезаем с запасом, чтобы можно было немного подогнуть края. Как вы видите, все очень просто и быстро. Главное было бы желание и возможность, где взять такой свинец. Также можно чуть-чуть срезать краешки, чтобы они не были острыми и ни за что не цеплялись. И при помощи какого-нибудь прутка чуть-чуть подкруглить. Примеряем, все отлично. Загибаем краешки. Вот такая вот заготовочка получилась. Дальше при помощи шила нужно проколоть отверстия. Можно их просверлить, но тут достаточно даже шила. Все совпало. Теперь берем обычную ушную палочку, снимаем с нее ватку, продеваем. Вот что должно получиться. Дальше берем зажигалочку, подплавляем один краешек, немного его приплюснем. С другой стороны делаем точно так же. Лишний кусочек обрезали, подплавляем и расплющиваем. Ну вот и все, друзья. Кормушечка для доночки готова. Как вы видите, все очень быстро, просто, а главное эффективно. Ну и сразу же давайте посмотрим, сколько эта кормушка получилась. К сожалению, весов у меня нету. Есть вот такой вот безменчик для рыбалки. Кстати, очень отличная вещь. Погрешность у него 5 грамм всего лишь от 0 до 10 килограмм, от 10 до 50 10 грамм. То есть довольно четкий. На рыбалке сейчас можно ловить только определенного веса рыбу, так что вещь полезная. Кому интересно, где я его брал, посмотрите вниз вот сюда вот в описании, там будет ссылочка. Итак, давайте взвесим кормушечку. Кормушечка получилась 30 грамм. Для рыбалки на озере, на карася самое то. То есть, если нужна кормушка потяжелее, такие пластинки, можно делать просто вдвойне. Давайте сразу же еще одну сделаю. Загибаем один край, берем, примеряем пружинку и загибаем второй край. В принципе, свинец вот так вот гнуть не обязательно. Можно оставить его и ровным. Прокалываем отверстие и расширяем. Ну, в общем, повторяем все предыдущие действия. Вот еще одна кормушечка готова. Как говорится, дешево и сердито. Это даже, наверное, будет потяжелее. То есть здесь побольше пружинка была. Сейчас ее взвесим. Ну, это получилось 40 грамм. Но я думаю, на примере двух кормушек вам будет достаточно убедиться, как все это быстро и просто делается. Я приступаю к изготовлению очередных. А видео на этом заканчиваю. Надеюсь, что кому-то эта информация была полезна. Всем пока, до новых встреч, до новых интересных видео.